О, хей, я Миродогибар, дожила бы быть на мой накал, Мадзе Максисец. И сегодня, Усан, мы будем ригать в Риведосес домы. Блин, короче. Короче, здравствуйте, это канал Максимадзе. И я играю в Hello Neighbor. Сегодня у нас будет мод под названием Goodbye Logic. Или Goodbye Logic, как там правильно его называть-то. Start here, please. И давайте начинать. Короче, этот мод очень такой необычный. Сейчас поймете почему. Я это видео еще вчера хотел записать и выложить, но не получилось. Я ничего вообще... Я очень запутался, ничего вообще не понимал. И сейчас поймете. И я пошел, конечно же, искать подсказки в Ютубе. И сейчас и правильно сделал. Сейчас поймете почему. Короче, из-за этого и вчера и не было видео. Что решил на сегодня уже отложить. Перезаписывать уже не стал, было темно на улице. Поздно. Короче, этот мод сложный. Но он сложный. Скорее с моральной точки зрения, чем с физической. Здесь очень много вещей, до которых хрен догадаешься. Например. Ну, короче, не, пока... Например, короче. Давайте посмотрим, вот так вот выглядит дом нашего соседа. Гараж. Гараж этот не открывается, но тем не менее. Такая вот красная дверь. Вот подвал. Здесь 5-6, мать их, замков и доска. И, короче, эти ключи не такие уж и простые, как нам может показаться. Короче говоря. Там еще есть... Вот это кухня, здесь есть вход в гараж. Но ключ-то очень необычный. Еще вот здесь находится... Один из ключей в холодильнике. И смотрите, как выглядит ключ от гаража. Вот обычное колесо от машины вроде лежит. Даже многие не обратят, наверное, внимания на инвентарь, что там иконка ключа. Да, ребята, это именно такой ключ от гаража, а не какой-то там глюк игры или недоделка, как я изначально думал. Это, оказывается, реально был ключ от гаража. Я думал, это какая-то недоделка, это ключ от гаража. Этим колесом мы должны открыть гараж. Очень... И таких предметов тут полно в игре. Отсюда и название. Goodbye Logic. То есть, прощай логика. Никакой логики в этом моде нет. Сиди, угадывай, фиг знает как вообще. Есть еще вот такая комната какая-то. Нет, непонятный такой. И здесь есть еще кое-что. Тут еще один ключ лежит. И это один из ключей от подвала. Во-вторых, ключ от автомобиля. Я не знаю, какой там будет подвал. Подвал я не стал смотреть. Я искал подсказки какие-то в Ютубе. Так, магнит. Магнит нам пригодится. И даже не один раз пригодится. Короче, во-первых, вот это надо вскопать. Вот здесь можно залезть. Он на второй этаж. И давайте откроем гараж. Вот так вот. Здесь два предмета. Лопата, во-первых, нам нужна. А во-вторых, гаечный ключ. Но этот гаечный ключ... Ой, берись. Это тоже замаскированный ключ, представьте себе. Представьте себе, какая логика. Какая в этом моде логика. Офигенная. Давайте вскопаем, короче, яму. Пора бы сделать это.
Это не просто кукла, это тоже замаскированный ключ. Так, ну не так-то просто запрыгнуть на эту полку. Надо прыгать отсюда. Да блин. Это не с первого раза получается, честно говоря. Здесь тоже кое-какая вещь. Надо вот эту, вот эта кривая картина, ее надо повернуть. И руками это сделать нельзя. Это можно сделать только броском предмета. И то не каждого можете заметить. Дверь это подперта стулом. И, собственно говоря, это был второй этаж. Вот здесь вход на второй этаж, короче, из гостиной. И вот, вот сюда мы заходим. И изначально вот эта дверь будет закрыта. Она подперта стулом. Можно будет зайти туда только вон там. По полкам прыгать. Так, короче, этот гаечный ключ открывает вот эту комнату. Представьте себе. Чего? А! Я понял, в чем дело. Она закрыта еще на один замок. Секрет. Вот на вот этот замок. Короче, вот эта кукла, ей открывается этот домик. В котором открываются вот такие двери. И вот как раз таки теперь открывается эта комната, и мы можем ей найти еще один замаскированный ключ. Кроме того, мы получаем теперь доступ в эту комнату, в которой находится горячий молоток. Да, да, не лом, а молоток теперь у нас. Давайте отнесем его домой и потушим. Но магнит нам еще, но магнит нам еще будет нужен. Так, это уже не надо. Чего он у меня до сих пор лежит? Магнит у нас уже есть. Кстати, мы не осмотрели наш дом. Он так же выглядит, как и в оригинальной игре. Про, вот здесь, правда, стоит камин. Здесь пусто, лежит только бинокль. Ну, а эти комнаты более пустыми стали, чем были в оригинальной игре. Так. Молоток, конечно же, от подвала, чтобы открыть дверь. Это тоже уже, кстати, не пригодится. Красный замок открывает этот цветок. И, кстати, он издает такие же звуки, как ключ. Далее, ключ-карта. Одна из книг — это ключ-карта. Чтобы ее найти, надо воспользоваться магнитом. Вот так вот. Осталось еще три замка. Во-первых, берем еще магнит. И спрячемся, пока сосед не утихнет. Да, это быстрое прохождение мода будет, на самом деле, какое-то. Вот так вот. Все, что магнитится, то является замаскированным ключом. Даже у замка такая вот расцветка необычная. Так, короче. Выключаем... Это от холодильника. Так, короче. И вот здесь подсказка есть. The Look Peak за забором. Ты должен каким-то, короче, найти путь.
что пройти за стеклом. Ого, сосед. Интересно, что сосед делает в яме. Он застрял, он оттуда не вылезет теперь. Короче. Да вот это без этой... Короче, вот еще одна вещь странная. Камеру повесил, вот собака. До которой я бы точно сам не догадался. Отмычка. Отмычка лежит вон там. Но тут невидимости, нам и туда не можем пробраться. И как же... А как же тогда достать отмычку? Тут даже... Не спрашивайте. Магнит не поможет здесь. Мы должны изучать местность и умудриться найти вот эту стрелочку. Только здесь есть проход. Вон. За пределы невидимых стен. Можем погулять по карте. И изучить местность. Но нам это нужно, чтобы достать отмычку. И вернуться туда надо таким же путем. Точно таким же путем. Так, туда мы не попадем никак. Вот он, выход этот. Да, машину припарковали где аж. Мы свою. Отмычка этот открывается белый замок. Серебристый, я бы даже сказал. Так. А, я вспомнил. Я вспомнил. Вот здесь лежит этот ключ. Сосед застрял, никуда не выйдет. Так, и остался последний ключ. Так, а где он? Так, подождите, я забыл, где этот ключ. Комната с камерами. Она заблокирована, мы туда никак не войдем. Абсолютно никак не войдем. Может, там люк какой-то, хотя я тоже не находил его. Я не помню. Холодильник. Все, вспомнил. Последний ключ. И открываем подвал. Выруби телевизор. Мы входим вот в такой подвал. Фонарик у нас тут лежит. Так, здесь запертая дверь и... Короче, одна из этих... Не это. Вот это. Одна из коробок — это замаскированный золотой ключ. Такие... Не понял. Да в смысле? Может, другое стекло? В чем прикол-то? Несколько слоев, что ли? Все, окей, понял. Подвал я тоже на ютубе немного видел. Ну так полностью не видел, видел вот начало, что там тоже замаскировано. Потому что так, что у нас здесь? Видимо, картину надо вернуть. Надо что-то швырнуть туда. Предметки. Замок подойдет. Да иди ты нафиг, дайте пройти мне. Ну-ка.
Нахерак, блин. Во, все, отлично. Ничего себе тут дверей сколько. Нету выхода. Кса. Закрыто, закрыто. В смысле? Это был сон. Лол. Вот так вот. Так. И, ну, короче, мод пройден. Делался один месяц. А почему закрыто? Дом соседа исчез. Ну, короче, такой вот мод интересный. Да, я его проходил, зная, что как будет, как что открывать, но потому что иначе, ну, я бы не прошел. Вот тут реально хрен догадаешься до некоторых вещей. Как бы нам оценить этот мод? Ну, можно, ну, этому моду я поставлю плюс, хороший мод. До галочки немного не дотягивает, я считаю. Ну, на этом все. С вас лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.